Tak. Саш, как думаешь, что это самое настоящее? ВСБ правильно пишет или нет? Такс. Так, чё, кого начинать-то, блин?
Конечно, очень много, да. Ебать, твой гитарист падает. Сейчас за реакцию надо. Хотя бы будет хера, куда бежишь? О. Да не нормально. Your belief in that which
это не покидает такая. Это мысль о том, что все-таки, наверное, надо было это самое. Дилом начинать, потому что что-то, судя по дропу, вот такое. Легко понять. Бесосок, блядь. Непонятно. Сосуды-то я не купил, блядь. Чё, пойду? Ебать, рассыпалось с него. Так. Здесь уже делать нехуй. Теперь будем на 28-х. Ну. А. Сейчас надо рассыпать. Сколько стоит тут кафа, интересно, например? Мне нужно что? Варя. 100 кафа. 17.
Так, сейчас будем блять, ГМ, плиз. ГМ, что там еще? А, право отключить. Ну, бля, чё я куплю, надо же, господи, сделать там, дадут денег. Бля, ну, я обозвал. И только зашёл. Ебать, красиво. На самом деле, все дадут меньше, чем я получу стоять в следующей переплете. Вообще, понимаешь, блядь, такое. Что тут первые вот эти два дня, ну, все, конечно, будут лютые лаги, но... А потом, за этих лагов, мне кажется, половина ролика рассасывается. Потому что... Плюс там еще сейчас скоро 20 числа откроется, 21 числа откроется Аверия какая-нибудь. Я думаю, что половина, типа, своего гейма туда перейдет. Последние недели играл на leona.com, по-моему, 20-25. Да не, не глобал. Не глобал, не там смотреть ничего. Просто конец соло, там весело было, что соло поиграть. Потом мы начали типа, пытаться крафтить. И, ну, я в итоге, короче, там у меня было на руках 300 лямов. И ДКСФ я присобал. А, еще фантически присобал ушел. Ну, понятно, что-то без пака там играть вот, ну, вообще неинтересно. Нет, нет. А добирать пак, тут мы вообще не там играли, как если. Кто-то играет, кто-то не играет, там я работал. Если чисто вот прям пак собирать, там было бы смысл. Ну, как минимум мне. Потому что у меня ноль второго. Ну, на самом деле хотели найти просто гибку баков, которые играют там легче, да. Может быть, наверное. А потом что-то уже как-то... Блядь, веселый фермер, смотри.
обычно. Бля, может что-нибудь еще есть? Какой-нибудь сервак, который открылся? Прям хочется с стартаном поиграть. Потому что тут не заходит. А на Леоне, кстати, прикольная сборка была, мы там поиграли, но там как бы такая, типа, сервак для соло-чуваков, которые играют, но там почти нет PvP вообще. То есть вроде онлайн есть, но никто не дерется в PvP-зоне вообще, она мертвая. Но качество сборки там вообще все, вот, там альт-б, каких-то там, знаешь, типа, когда ты стартуешь, там, типа, в 20-й левел, там тебе шмоточки дают. Прям, причем они сразу одеваются. Ну, продумали прикольно, а вот как бы наполнить сервер людьми, как-то у них не получилось. И там тупо фарм, короче. То есть там чисто такой PvE сервер. Блять, меня уже начинает выкалить вот эта вот хуйня. Ты заходишь и стоишь. Ты же понимаешь, что он час назад открылся, но такое. Хоть на скирмиш иди, блядь, просто на лимб залипай там. Блядь, ну пожалуйста, отлагай. ГМ, что-то сделай. Сука, блядь, шкура. Может, тут кто играет, может, с кем-нибудь сконтачится. Просто ребята, ну, из этого, как его, из... Лиги, они там до сих пор давят. Я хуй знает, что там весело. У Паши пачка развалилась. Там, я так понимаю, что он в бечи пошел в парк, ну, что-то непонятно. Он с нами хотел играть на этом из 25. Ну и что-то подслился очень, в итоге. Не знаю. Блять. Короче, сейчас я клиент выключу. Просто даже не выкидывает из коннект. Ну, не говори. Блять, я его еще буду дочить в 2016-м, блядь. Зато нахуй. Кто-нибудь где-нибудь играет, может, где-нибудь сервачок? Ну, Джаверия 21 числа, это, блядь, через сколько? Через 14 дней, через 2 недели ровно. А сейчас-то надо что-то делать. Так-то на выходной надо, блядь, забузить какой-нибудь сервачок. Квест она. По-моему, подружка Джокера была, эти Харли Квинн. Позовем там Work Village, по-моему. Work Village. Лухари. We defend our server from... Понятно, блядь. Интересно, кто это досит, блядь? Мне вот просто интересно. Кому нахуй это надо, блядь? Я не уверен, что тут онлайн какой-то прям сверхкрутой, типа там. Тут, я думаю, даже 1000 не будет, тут даже, блядь, 700 нету. Но сам факт. Так, квест. Вот это, по-моему. Чего? Или как он там называется? Волк оф Фейт? Блядь, где Коруна написано? А, во! Ебать, что-то я затупил. Единственное, что вот всегда как бы вручало, когда нет серверов, хочется поиграть, ну, чисто просто либо полимпить, он на скирмиш заходил, там, давил, блядь. Олимп. Блядь,
Бля, мать там орёт что-то. Интересно, они квест рейд, кстати, что-то не все говорили. Сейчас пару мультов как-то. Так, Мара. Ой, не тот. Так, все, поехали. Ну, раз тут макросы пашут, значит, тут глады должны нормально въябывать, блядь. Так, блядь, без КД. Сторм. Может, это он кулбаф этот. Можно он макфак какой-нибудь найти, это не лица, блядь. Фармирен сделал. Труда. Драк. Блять, лучше бы этого красного взял. Сам хуй сос флаг. А вы что, играете где? Может, я к вам пойду. Хуесос. Ого. Почти на прохладу. We'll be right back.
бля, недорого. Сейчас посмотрим, что это. Ого, Гидра, ты что ли? Гидра, hello. Может, пойдем куда-нибудь на какой-нибудь сервер, блять, вчетвером, ну, плака нахуй не возьмем, он даун. Опять начнем, блять, всех сливать, там, перевороты, блять, устраивать. Понятно, что не пошел бы, блядь, потому что я бы тебя даже не позвал бы, да, он. Worst SLH, блядь. Кстати, можно еще мешка позвать, мешок, мне кажется, готов. А ран, я так понял, там все лайфер дохуя. Там девушка, вся хуйня. 32-й, блядь, иди. Так, 86. Телепорт. Берем. Берем. А, ну что, убиваю ключу. Мешок не есть в русле? Ну, хуй знает. Мота, хуячу. Привет, Гидрекс. Не хватит, блять. Ебать, бичара. Телепорт. Не, играет-то я понятно, хуйню, но хуй-то я не сосу, в отличие от тебя. Хотя он забанили даже, блядь. Если как лоха, блядь. Причем даже не я. По заказу. Шли года и ничего не менял. Ну, ну да. А вы, кстати, в Волк кто-нибудь может играть? А сколько получается твоя права? Профа стоит. Давай. Иметь, а ты играешь сейчас где вообще? Или ты просто так стримцы смотришь?
Ты даже в Доту не играешь? Здесь левел какой-то. Блин, нахуй нет, конечно. Да, что-то на стримце задержку, блин, большую поставил. Спайдер Хуби Клаб. Слэмберг Датсу. Бля, гоу лол, поиграем. Нахуй тут нейдж. Экстерн? А кто такой экстерн? Чё ты, блядь? Экстерн. А в лол где? На ру или на вести? Бля, просто если на верю идти, надо, короче, будет опять бота донатить. Экстерм это, по-моему, Дестер, да? Он за Дестер играл, Экстерм? Может, и был. Ну, блядь, сосочки закончились. Изи. Вот так, да. Так. Теперь надо... Телепорт? Нет, хуйня. Ниран. Гроссери. Вирксов и то. Мэджик Шоппо. Блять, не туда. О. Куда там уже, блядь, черт, в ДК стоит, алло. Слышно? Где он денег взял? Сколько ствола интересует? 360, он стоит, блядь. Нормально. Так. Берем, короче, тогда. 2000. Вот. 2000. И прям Common C. Шмо. Изи. Порт, территории Хантера нет, штрафа. Драгон Лори нет. Мне нужен вот это. Сейчас, конечно, ебать сломает, наверное, магия тут. Но тем не менее, можно чуть пофармить. Так, плейлист. Что с рекомендацией? Не убиваю, нормально. Что это? С
С Адагером норм. Чё, с Рокрофлем? Копим. О, блядь, всё пало. Чего там уговорить, что за обход? Экскот. Там синий, блядь. Чё, какой ранг? За что? Флеймил? Или ливал? Не, пожалуйста, не надо. Не кастуй. Бля, вот там мои любимые деревья. А, все-таки надо было, наверное, зарекаться. Это что-то как-то там. В принципе, эксп быстро идет. Даже о, быстрее, чем на том X25, на котором мы вот недавно играли. Хотя тут X20. Ну, если бы зарекался, быстрее бы все было. Тем более тут кодов на персонажа нет, ну, типа, вторых защитных паролей этих вонючих. Поэтому. Уже жалею. Да плохо, короче. Так, не видно, выскочил. Не, ну это мощно, конечно. Feed that meat. Меньше знает that game. Maybe it's bad for you. Воу, до 2888 года.
Bartender. It's like World of Tanks. Yes or not? For little kids, but game. Mm-hmm. Okay. War Thunder, it's a game of tanks or warplanes? I think I tried to play this game, but my previous computer is can give me to play because it's so too old. What being that they invite bots humans for strike. Сколько стоит подули? Геран, телепорт, геран. Главным, конечно, в этом плане проще. Теперь мне надо купить соски только и... Сосочки и дежурю. У меня, получается, остается... 80к на соски. Да, на. Бля, тут я надеюсь, есть они вообще? Ало. Сомшотс. 60к. Тысячу хотя бы хватит. Получается 60 тысяч. Он две обзоры надо. Телепорт. Это можно на самом деле так продать.
Что по поводу Веста? А какое там, хорошо, на Рашке у тебя, там, я так понял, что ты зафейлил этот, называется, промоушен несколько десятков раз подряд, а потом ты ушел на Вест, а на Весте сейчас какой ранг? Забыл купить эту хуйню, а мне уже не хватило денег. Ну а вообще какой ранг был максимальный? Найди большие ауны. Да не, ВО на самом деле весело играть. Ну, как бы, если ты, конечно, каждый день играешь, потом она начинает надоедать, причем уже настолько конкретно, потому что почти в каждой игре собака, блядь, начинает фидить, блядь, причем как-то неистово. Либо даунов каким-то закидывает, типа, серии. Их засмурфили, блядь. Просто кидают в платину, блядь. Типа, даймонд первый попадается к нам типа четвертым там, либо пятым игроком, типа там 4 плюс 1, и он начинает просто насасывать, блять, на всех лайнах. У меня аккаунт увели с новостях, у меня был там платинум 3. Вот. Потому, блядь, мы там что-то играли. У меня было два аккаунта, короче. А чувак на саппорт играл. У меня на основном, типа, аки было очень много, ну, чаров, короче, там, и в основном, типа, саппорты тоже были. Я ему дал, типа, чтобы он зашел на мой, а я зашел, типа, на свой такой херовенький аккаунт. И в итоге, короче, меня потом это так просто увели. Сейчас у меня на этом такого. На Весте у меня аккаунт там товарища. Там, ну там вообще все, ни о чем. Вот, на Рашке. На Рашке у меня сейчас платина 4. Ну я 2 года не играл вообще в лол. Вот. Потом мы что-то начали трайхардить. Я с Сильвера. Бля, Сильвера 4 за месяц на платину. Я, конечно, там вообще не вдуплял. Я закончил играть, когда были эти еще. Синие джангл-итемы, типа, которые там на атаку, бла-бла-бла, либо на деф. Так что для меня вообще вот этот 6-й сезон, блядь, я охуел, когда зашел. Потому что там столько всего, какие-то чары, блядь, там, типа, появились новые, я вообще нихуя не понимал. Не, сейчас нормально. Сейчас уже хорошо. Да. Ну, как, соло ранг нормальный, я считаю. А так на Раш, когда забивал, в какой-то был 4-й, по-моему, сезон. У меня Diamond 1 был. Я потом забил как раз, блядь. Все, не дотянул немножко до челни. Хикстековая система, ну, типа, можно то, что вдвоем, втроем, вчетвером, да. Ну, и в пятером тоже, в солку. Да, прикольно, но с другой стороны, блядь... Есть, короче, потные ребята, которые играют в этой херне. И апут каких-нибудь там своих тянок, блядь. А, ты про то, что, типа, можно скины поиметь? Ну, блядь, такое. Вот я сейчас опять, получается, месяц, наверное, не играли мы, когда на Глобал стартанул. Уже больше, наверное, месяца, да. У меня там уже 6 сундуков, типа, блядь, накопилось. Так что, блядь, надо тоже будет поиграть. Блять, а хули так лагает? Что-то я не понимаю. Подлагаю немножко. Ну, стековая, да, прикольная система. Чисто скинцы на халяву просто.
Да, старт сервера как бы такой непонятно. Если ты не стартанул ровно, когда он стартанул, ты не можешь понять, какой тут онлайн, потому что все же по-любому появляются в КМЛ. Так это можно было бы чекнуть вообще. Я вот сейчас не знаю, есть, блядь, онлайн или нет. Может, я вообще хуйней занимаюсь сейчас. Бесит нахуй. Ну, и глобаль, например, когда я, блядь, залетал в любую вообще локацию, там просто везде, сука, блядь, люди просто везде. Этих людей ебучих, блядь, было так много, что негде было качаться. Может, тем более на СОП вставать. Поэтому первые 2-3 дня все руками хуя. Я поэтому-то особо и не стримил после того стрима, потому что я уже там конкретно на софте был. Сколько там было? 3 окна, по-моему, 4. 4 окна, по-моему, можно было грузить. Ну, плюс еще искал, типа, этот какого софт на окон. Но там что-то за него денег просили много. Что-то, блядь, встал, по-моему. Бля, надо эту хуятину купить. Че? Адена, Озерс. Хуя Виталий Типовишин продается, алло. Так, это 25. Ого. Короче, 5 штучек. О, фух, слава богу, они тут есть. Блять, по 1000 нахуй. Короче, вот так. Что-то дохуя. Они же, блять, по-моему, в магазине, в обычном стоят. Гидра, спасибо за подписку. Чат, что не пашет, значит, все равно, да? Ебать, я знаю, куда надо идти, алло. Сейчас будет вообще чикамони все, блядь. Телепорт. Территория. Аден. Ancient Battleground. Где? Там. О, приехали. Они тут работают, ну, в смысле, да, все нормально, они делают откат. Делают грязь. Да, маночку заюзать. Сейчас пиздец, блядь. Не-не-не, работает, работает. Я специально сначала полазил, посмотрел. Кстати, о матрицах. Да, что у нас там? Бастер. Бастер. Сюда. И еще мне нужен сторон. Сравни потом запихну. Ох, бля. Вот эта ситуация, ребята. Ты гадюка, блядь, парики водит. А, это стример, о. Он тоже стример, блядь. Так, красного я вам все покажу. Видно, мне сейчас пиздец. А, ну видишь, что ли?
Блять, он не один, короче, понял. О, пацан. Ну-ка, стой, сынок. Блять, хуя. Да стой, блять. Алло. Блять, да какой нахуй стан, алло. Пизда, блять. Понятно, там тоже хп мало было. Я еще зажал этот, как его, ТСС, добавил ебаный ТСС. Ну, тут еще и ману можно взять. Где баффер-то? Кто-то что-то писал. Код, да, физатаку. Я с дуль-то особо сейчас не бью. Так-то можно, конечно. Хотя, все равно бесполезно. Я надеюсь на физиотат. Да. Опа, какие-то станы у нас самые лютые были, блядь. Ну, либо, может, он левелом просто выше, ну, хуй знает. Типа, вообще локация, типа, 50, ой, 60. О, нет, уже 60 почти. У меня даже что-то не появилось. О, прикольно. Бля, знал бы раньше, раньше заюзал бы. То так-то уже, блядь, 100% виталити осталось. Thank you.
Да, если бы были бы реки, я бы еще быстрее. Ну, бля, мне что-то, я хуй знаю. На самом деле, я думаю, я типа создал чары, типа посмотреть это самое, есть ли тут вообще кто. Просто тут параллельно, видишь, еще X3 открылся, я на X3 думал пойти, типа просто чисто там на бота встать. Потом вспомнил то, что там не будет работать эта хуйня. Может потом пойти в этот в Pile Ruins, там норм. Да, пацаны, вы чё, ебать? Ну, кстати, тут довольно много синих всяких красных опций. Бля, вроде вот сервер X25, да, там вся эта херня, X20 точнее. Но, блядь, вот надобность в крафтере и вообще пропадает. То есть тут, блядь, крафтер это типа серии, как эти, hero slot, которые, ну, в принципе, бесполезны, блядь. То есть тут крафтить ничего, я так понимаю, не надо. Ну, хотя, хуй знает, наверное, может как-нибудь и С80. С84 точнее, С83. Но тоже такое. Сомнительно умалось. Мне кажется, тут проще фармить, блядь, и покупать. Хотя бы проще, наверное, видеть это. Выбить где-нибудь. Очень большой. Блять, может вообще в той пойти? Потому что до 62 тут очень медленно кач, конечно. Просто я хуй знаю, с них всегда было как-то больше опыта, чем сейчас. Чем на этом сервере, точно правильно сказать. Они какие-то все тут уже дождь, блядь. Или сразу в это пойти, блядь, короче. Пизду, да, пойду лучше сразу. В крипты соски есть. Так, телепорт. Шугар. Криптодиспейс. Блять, мне туда Пайл Рейнс уже. Нет, Пайл Рейнс. Тут норм, кстати, опыта.
темно. Внутрь, а там какие они вообще? Или где они по кругу, что ли, бегают? О, слушай, да, кстати. Бля, вообще охуенная идея. На изи там их отрезать. Ну, на самом деле, судя по тому, что сейчас это самое, они вот так вот отклеиваются. Я не знаю, может, у них там, конечно, ХП побольше и ПДФ побольше. Но вот они еще ватненькие. Я понимаю, что это не эти, наверное, мобы, но прям жирненькие. Дискотека, блядь. Они не бегают, как они, конечно.
Да, блядь. Не знаю, но он же хватил этого дерьма. Я зашел, он там был в маленькой комнате. Сейчас посмотрим. Ну а да, кто давайте промысипс. Ебать, нихуя. Кинем, блядь, левел. Не, ну тут круг. Похуй, я пойду, короче, туда синенького сейчас. Чпокну. Где он? О, как раз подошел. Ох, там еще и красный. Я там маги, что ли, бьют по лому. Я хочу вообще выбрать левел. Нет. Там Мася стримит, а чё он стримит? Глобал?
Бля, сегодня, кстати, ну, не финал, а сегодня тоже игры будут. Этого. Лиги легенд. Не, ну, блядь, 62-й надо дать. Хотя бы. Ну, как ты сейчас понимаешь, денег особо нет. 5700. Слушай, ну 62-й дали даже почти 40%. Пофармил мопцов и ливнул. Ты, блядь, прям четко сказал. Так и было. Просто дальше на иглобале, ну, как бы, без пака, ну, делать особо нечего было. Так что, ну, да, пофармил мопцов. Нормально. Блять, ну тут, конечно, они, сука, пробивают, мрази. А какие софы? Ну, кроме Warcry, я сейчас, да, ничего не было. Потому что там его нету еще пока. Он на 64-м, по-моему, на 68-м появляется. Дуэли Спирит этот. Баффет-то особо-то и ничего. О, синенький. Так, вот этих ребят надо вспомнить. Блядь, только не магии, блядь, ребята, алло. Брахуя. Блять. Блять. Сука. Не, Ремтешу. А что там, блять, за сколько? За 500 рублей? Это ВТХ? Не, на самом деле можно продать, чарты есть. Просто я там другу дал, он ПК-шит на закине. Бафер. Everyone
Бля, да что так, сука, лагает? Алло. Пиздец. Пожалуйста. Бля, там красный. Веселый сервер. Сейчас, подожди. Алло, я хуй знает, есть ли тут место 100 человек. Я, наверное, подожду, просто проверю до 21-го. Пока играть где-нибудь, хоть где-нибудь. Точно, выключается клиент. А ты еще там играешь, на этом? На E-Global? Да, слушай, я на самом деле, ну вот, когда я перестал стримить, мы как бы играли на этом, на E-Global. Просто я на софте сидел, вот. А потом мы, ну, я, наверное, недели две, мы с Саней просто в лол играли. Вот, так что, а сейчас, ну, сейчас, не знаю, делать нехуй. Ну, тем более Саша там куда-то сейчас съебался. Ну, поэтому тут в пизду, короче, у меня нахуй уже начинает, блядь, просто пуканы бомбить, блядь, от этих вот ебучих лаг. Как ты не можешь никуда пойти, блядь. Слышишь, как даун. Блять, а есть какой-нибудь... О, может, меня забанили? Я тут по работе разговаривал. Нет, не забанил. Наверное. А чё ты там? Ты нафармил чё-то? Чё у тебя было? Чё ты там распродаёшь? Слушай, ну классик, блядь. Ну, как бы, с точки зрения, наверное, того, что ты там точно продашься, и продашься причем немало, если ты там будешь действительно прям играть, то да, классик это, блядь, именно тот вариант, куда можно пойти и реально зарабатывать, потому что, ну, я что-то посмотрел цены, блядь, на чаров типа 70+, я аж охуел. Это реально пиздец. Либо там вот с этого какого чувака там, друга ДВП, блядь, выбили этот танквин, блядь. Там что-то цена на нее какая-то просто злоебучая. Можно авто, наверное, покупать. Короче, блядь. Открываем поиск серверов и ищем что-нибудь. Что-нибудь ПВП. Или владельца вообще поиграть.
Эмеральд? Наверное, нет. А что там? ПВП? ПВП-сервачок? О, блядь. Наверное, у меня в друзьях в Лоле, блядь, онлайн больше, чем на том сервере. Так. Закрыть. Стоп, пиздело. Может, играл, там просто есть какой-то, по-моему, я играл на каком-то Emerald World или как-то так. Так, а что это за хуйня? Красная какая-то херня. А, вот. Так. Там прикольно было, ну, Олимп, то есть там тоже фармишь, ну, там вообще подэшки там особо много не надо, и на Олимп. Ну, там, конечно, вот эта вот, блядь, тема с 16 пухами, это, блядь, такое, на самом деле, сомнительное удовольствие, потому что, как бы, если ты там на каком-то лоу-рейд-сервере заточил пух, там, на 12, допустим, и на Олимпе, то действительно, там, увеличится шанс на выигрыш, но когда все 16, особенно маги, блядь, это пизда, нахуй. Там вортекс шляк, двигучий, и все, и домой нахуй. Последний раз в Лол я играл позавчера на работе, блядь. До этого недели, наверное, 4. Персонаж вышел, вот это и верно, блядь.
а может и нет еще. Или у них, может, нет. Бля, эта японская озвучка меня вообще радует. Ну все, блядь. Смурф поиграл нахуй на попе, теперь будет попе пикать. Да, смурф, конечно, нормас. Попе. Сейчас подойду. Kirex is not, it's not bad game, really. Open the Twitch and the first title page, you see League of Legends at first.
tightrope that I'm walking just sways and tides. The devil is talking with those angels. Мне полагается немного пошалить. Сомневайтесь во мне, мне это нравится. Sing slow, it down. Добро пожаловать в ущелье призывателя. Как начал, так и закончил. Тридцать секунд до призыва миньонов. Терпение? Вы о чем? Кто их там, блядь? Варвик, плиз. Ну такое. Ураган четко там зайдет. Миньоны тоже, были призваны. Ну, фронтлайн пиздец. В отличие от нашего. Ну, это слишком, наверное, скорее всего. И снова двигаюсь вперед. Сейчас он как загадка. Угадать. Не пойдет. Надо сюда поставить. Первую кровь все сделал, но что-то я не посмотрел. На шестом, конечно, Варвик, ну, ганг потенциал у него, конечно, выше, чем у меня, но, блин, такое. Главное, QSS потом. Я ничего не
ходи ганкать эту хуйню. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. А там червяк, слушай, лагает, он делает как бы нечего. Ох ты ж, шкура, бля. А, нормально. Блять, мышка, сука, на этом. Заряд сейчас стоит. Неудобно. Шнур хочу. Красным? Вот не умеет играть. Союзник убит. Противник убит. Здесь никогда не оглядываться.
Союзник убит. Союзник убит. Следствие есть всегда. Блять, ну это бы на самом деле провал у нас 10 минут, я еще не собрал джангинки, блядь. Начал убивать. Не думай о секундах свысока. С лайком я, по-моему, не играл. Добро пожаловать в зал! Ура, я собрал это дерьмо. Так, мне надо будет срочно. Славик, а какой у него ник был? Я просто не помню. Это очень давно, походу, было. Это копия, я даже не знаю, что делать. Конец.
Союза уйду. Чё за бред? Ваша башня уничтожена. Сейчас можно попробовать поправить остальное. Вот так, наверное, лучше будет слышно. Конец серии убийств. Так. Обратим-ка на себя их внимание. Я вроде микрофон погромче сделал, у меня просто он был, ну, вообще прям ползунок на самом деле, минимум, я просто забыл, что блять, это люкса заебало мне, ни о чем. Там Кенч не очень хуйней занимается. Еще и копи, блядь. Раскошел ты нет. Ты, блядь, беги ты, ебанько. Кончено. Так, наверное, получше будет. Блин, я хрен знает, на самом деле. Пенту, блядь. Есть.
тебя башню не забрали. А, ну Кейтлин, пизда тебе, скотина. Собака сутулая. Пошла ко мне. Да, громко. Свидули. Бля, ну, сука, даже на хульту не смог залезть. Да, нормально бы с нарышки играть. Хуй знает. Ничего такого. Прям. Страшного нету. Что за школьник? Школьник. Не помню. Так, сегодня кто играет? Сегодня играет Эдвард Гейминг против Инцов. Вот я не знаю, что эти штуки. Сам делать нехуй. Что-то, блядь, такое чувство, когда нахуй заболевает, бесит нахуй. Завтра еще на работу.
Оп. Мешок. Нет, мешок не московский, с Питера, по-моему. Ну, блядь, давай. А ты сам имеешь откуда? С Москвы? Слушай, а Андер где? Андрюша, шашка. А, что, Славик, ты с ним общаешься или так? Славик там во что играет вообще? Точно. А Плак? Плак, по-моему, с МСК. Значит, хочу поиграть за Бисла. Астунару. Бля, опять там этот ебучий варек, по-любому, блядь. Это мудила, блядь, поиграл. Блять, по работе, сука, заебали. Блять, давай. Охуенно.
Слэп. Ну давай. Сейчас я заказ сделаю на бар. Здрасте, а можно сделать заказик на Фарго без нал? А, лимоны 2 килограмма. Апельсины 3 килограмма. А, лаймы 0,5 кило. Грейпфрут 4 килограмма. И сливки 11%, 2 литра. Все. Спасибо, до свидания. Пиздец, блядь. У нас аша в дупле, блядь. В лютом. Я, сука, живот болит. Сейчас срать побегу. А чё сговорились? По поводу чего? Изи, блядь. Петуху, блядь. О. Литочка. Бля, ну как промахиваться так нахуй бандингом, сука, в упор, блядь, уёбок. Ого, пинг что-то 260. Нахуй. Нормально там. Ликридит.
Пе побежал. А, не, не позвонил. Блять, ну чё за пинг? Ну, пожалуйста. Пиздец. Батя там, походу, что-то, сука, качает. Чё за бред? Бля, ну 100 пинга это вообще не серьезно. Лол. Все, главное, от яда не сдохнуть, и норм будет. Так. Чуть лучше начал приоритетить. Ой-ой-ой. А что я сделал? Так, и нужен еще пинг. Пинг, вот этот хуя, бля. Ну давай, уезжай. Е, хорош. Супер, красава. Главное, блядь, вот этого парня нафизить.
Блять, уходил бы ты оттуда нахуй. Да сука, блять. Бля, у меня коврик, сука, еще ездит по столу, прям кумарит нахуй эта хуйня. А, нормально. Варвик здесь? Нет. Забрал. Петух. Да, вардов нет, хуёво. Не заэскейпится даже. Хотя у меня пятые ботинки, я могу выплыть нахуй. Да, опять пинг нахуй, качество. Вот это я дал. Ох, полез прыгать, блять, а тут, сука, да умею, блять. Просто кусок дерьма, блять. Там даун, блять, наша, нахуй. Бля, я полагаю, короче.
Да я, бля, почему-то LOL играю, но я вообще сейчас курю. Заебись. Это тут. Это два. Ну, если сейчас варят сюда, конечно, не прибежит. ГП, блядь, там, мудак. Да, на самом деле, вот, Т3 делать. Сварек поймает. Сотня. Нормально, сейчас я, короче, бэкнусь, и у меня уже будет броня мертвеца. Блять. Могла бы убить, кстати, Моргану, если бы подошла, хотя бы просто сносящий закинул и пару автоатак. Тариону, блядь. Так, ладно. Надо дракона брать, более воздушный. Получилось подкинуть варыка. Стамина! Пизду нахуй. Так, это бежит, блять, уже. Доедало. Шел пятый год, когда играл в LoL, до сих пор не... Так.
Ну, некоторые, да, я тоже не знаю. Ну, я знаю, что они делают, но не знаю, как они там называются, типа, правильно. Потому что кто на Вести играет, что на это. Ну, Варвик начал пробовать. Да ты гонишь, убей его уже, блядь. Я там щиток, нахуй. Чуть не хватает. Собакерин. Нет, я хочу сюда автомобиль. Блять, сука, нахуй. Фух, что-то я кушку промахнулся. Вот, блять, не мог подойти. Ебать, сука, куриный. О, бля, прикольный туннель. Хуя. А, понял. Да, лучше, блядь, сундук дали. Все, что-то я подзаебался играть.
ну, короче, не Месси. Спокойной ночи, блин, спасибо, что смотрел. Что-то я прям залипаю завтра еще на работу. Всего счастливо, увидимся, я думаю, наверное, в воскресенье, в понедельник, вторник постримлю. Может, там что-нибудь откроется, какой-нибудь сервачок, а может, лол. Вот. Рад был тебя видеть, слышать. Спасибо, что присутствовал на стриме. Или, слушай, дай мне просто свой ВК. Напиши в чате, я тебя просто добавлю, друзья, если ты есть, конечно, ВКонтакте. Рунита сковорода. Ого, ты даже стримишь? Что-то стримил. Дуви в плак. Аран там женился, я так понимаю. Сам ты что говоришь? Все, ладно.